В ходе прокурорской проверки факт отказа в медицинской помощи работниками Усольского фельдшерско-акушерского пункта подтвердился. Сотрудник смены, отказавший в госпитализации ребенка, уволен. Кроме того, выяснилось, что в детской больнице Березняков, куда родителям самостоятельно пришлось вести мальчика из Усолья, не оказалось противозмеиной сыворотки. В связи с чем прокурор Березняков вынес представление главному врачу медучреждения Валентине Костенковой. Противозмеиная сыворотка включена в перечень жизненно необходимых лекарственных средств и должна быть в наличии в больницах, отметила на недавней пресс-конференции вице-премьер краевого правительства Ольга Кофтун. Летний, когда есть риск укуса, то каждое реанимационное отделение имеет эту сыворотку. Более того, если по каким-либо причинам в реанимационном отделении не оказалось сыворотки на тот момент, у нас есть санавиация, вызов тут же поступает в службу санавиации, и вертолетом эта сыворотка может быть доставлена. После укуса змеи 5-летний Виталик несколько дней провел в реанимации в Перми. Затем лечением занимались врачи детской краевой клинической больницы. Накануне ребенка выписали. Теперь он находится на амбулаторном лечении под наблюдением березняковских медиков и постепенно идет на поправку. Об этом нам в телефонном интервью сообщила бабушка Виталика. Отек еще не спал до конца. Есть там какие-то врачебные тонкости, которые требуют продолжения лечения и контрольных анализов. Это сейчас все на контроле у педиатра. Сказали, самые последние контрольные через 3 месяца. Александра Михеева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.